Сергей Рязанский родился 13 ноября 1974 года в Москве. Он внук известного советского ученого и конструктора Михаила Рязанского, главного ракетного радиста страны. Сергей Рязанский в 1996-м окончил биологический факультет Московского государственного университета. Работал в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук. Там же закончил аспирантуру, а в 2006 году защитил диссертацию по специальностям «Физиология и авиационная космическая медицина». Участвовал во многих экспериментах института. 29 мая 2003-го решением Государственной межведомственной комиссии Рязанский зачислен в отряд космонавтов Института медико-биологических проблем. Была любовь к биологии, было большое уважение к космосу, и это в нашей семье из-за деда и его работы. И уже работая в МБП, получилось так, что работал испытателем, и как-то одновременно поступило предложение попробовать свои силы поступить в отряд. В 2007-2010 Сергей Рязанский – участник международного проекта «Марс-500». Цель – имитация пилотируемого полета к Красной планете. Сергей и еще 5 участников жили в полной изоляции от внешнего мира 119 суток. Испытатели должны были доказать, человек способен на длительные межпланетные полеты. Этот эксперимент представляет собой очень хороший плацдарм для перспективных научных разработок и методических разработок, которые потом мы будем применять в полетах. Не обязательно это будет полет к Марсу, это может быть полет к Луне, это может быть, предположим, какой-то рассматриваемый проект лунной базы. Все равно эти технологии, эти методики, которые будут отрабатываться в этом эксперименте, они, я надеюсь, будут применяться и там. С 1 января 2011 в отряде космонавтов Центра подготовки имени Юрия Гагарина. В космический полет Сергей Рязанский отправился 26 сентября 2013 года бортинженером корабля «Союз ТМА-10М» вместе с Олегом Котовым и астронавтом НАСА Майклом Хопкинсом. Ситуация готова. На борту полный порядок. 16-3 минутная готовность. Все идет по графику управления на борту. Ход пуска буду транслировать. Ку. Вас понял. Ку. Ку. Земля, борт. Принимаем. Зажигание. Предварительно. Время желудочное. Главное, подъем. Полетели. Полетели. Поехали. Ноября 2013-го Сергей совершил первый выход в открытый космос, который стал историческим. Вместе с Олегом Котовым они вынесли в открытое космическое пространство олимпийский факел. Только маленькая часть достаточно серьезного выхода. Пусть она немножко со стороны кажется показательной, пиарной, да, но это действительно, это показывает достижения нашей страны, которая тоже факел может и принести по всей огромнейшей нашей прекрасной стране, и занести в небесные выси, и опустить на дно глубочайшего озера. Да, и самое главное, что это все Россия, и все можем. 28 декабря 2013-го Сергей Рязанский совершил второй выход в открытый космос, и снова рекорд.
За пределами станции он провел 8 часов 7 минут. Это самый продолжительный выход. Значит, русскую закрутил Олег Катушка. Да, она мне висит. Флажок перевел, теперь надо ключом протянуть. Да, потяну чуть-чуть ключом. Правильно? Космонавты установили на станцию научное оборудование, специальный блок для прогнозирования землетрясений. Экипаж Сергея Рязанского и Олега Котова прозвали медико-биологическим. И Сергей, и Олег связаны с медициной. За всю историю отечественной космонавтики на орбите побывало всего два доктора – Борис Егоров и Валерий Поляков. Для меня мотивация доказать, что ученый тоже может летать в космос. Может летать в космос хорошо, может летать в космос как бортинженер. Соответственно, доказать профпригодность и показать, что те люди, которые в меня поверили, меня в экипаж поставили и когда-то еще отобрали, что не ошиблись. Сергей Рязанский награжден медалями Федерации космонавтики России имени Гагарина и медалью имени его деда Михаила Рязанского, сертификатом НАСА за личный вклад в работу над международным проектом «Бион-11». Увлекается нумизматикой, футболом, играет на гитаре.